Также переходим к крупам. Шлифованный рис круглозерновой 26,90. Правда, он не очень чистый. По 26,90. Крупа пшеновая 700 грамм 29 рублей. Горох 800 грамм 21,20. Пшеничная крупа 600 грамм упаковка 16,90. Кому нужна чечевица, вот такая оранжевая 400 грамм в упаковочке. Цена 39,90. Филе птица Кубани в лоточке. За килограмм цена 209,90. В холодильнике здесь они стоят. Также голени вижу. 119,90. Бедро есть. 91 рубль. Идем дальше. Что тут еще есть? Грудка 149,90. И тушки цыпленка за килограмм 113,90. А труп из свинины голяшка килограмм стоит 139 рублей. Это вот это, наверное, я так понимаю. И еще есть вот такие тоже отрубы, но цена у них 143,90. Здесь у нас фарш, упаковочки такие 97 и 99, москворецкий, домашний из мяса. А, вот он, наверное, это у нас идет. Вот он, домашний, он по 97 рублей. Голубцы за килограмм 119 рублей. И также фрикадельки деревенские, 1 килограмм 105 рублей. Вот они. Пельмени к ужину 143 рубля. И пельмени хвалынские нежные 64,90. Вот в упаковках лежат пельмени. И на развес также. Также есть вареники с картофелем 65 рублей. И хинкали 85,90. В ассортименте конфеты. Много разных. Давайте покажу вам цены поближе. И вот под ними конфеты. Они так просто стоят, цены на одном ценнике по 4 цены. Тут как бы надо смотреть конкретно, что, какие конфеты и по ценам. Вот карамель леденцовая 99,90. Ну и здесь тоже вот Победа вкуса Мишки в лесу 339. По 99 Мишка Виртуоз. Конти сливочная карамель 153 рубля. Сразу не увидишь ценники, надо смотреть. Ну, в принципе, конфет тоже большой выбор. Можно выбрать, и цены, в принципе, недорогие на конфеты. Нескафе кофе, 500-граммовая упаковка, классический, 379 рублей. Конфеты «Подмосковные вечера», коробочки, сколько там, 200 грамм в них, 79,90. Ананасы кусочками в сиропе «Принцесса вкуса», 580 миллиграмм, 72,90. 5-килограммовые мешочки сахара,
229,90. Обычный сахар 900-граммовая упаковочка 41,99. Масло Миладора 4,5 литра 489,90. Также вижу приправы, вот, например, лавровый лист 7 рублей, для курицы приправа 6,90, для мяса паприка 18,75. Так интересно, цена 18,75. Вот так. Приправы недорогие, 6 рублей, 6,90, 9,90. Кавказские травы, смесь перцев по 8,25. Так, перец черный молотый, кстати, надо взять, будет 16,90, 11 рублей. Черный горошком перец 29,90. Черный молотый вот такой, 55 рублей, 50 грамм. Кашка минутка, овсяные хлопья быстрого приготовления с малиной, 11 рублей. Упаковки креветок 1 килограмм, 185,20. Крабовые палочки 200-граммовая упаковочка 21,80. Мексиканская смесь 1 килограмм, 103 рубля. Также есть фасоль стручковая 115, грибы шампиньоны 129,50 и клубника 129 рублей. Вот там клубника, фасоль и грибочки. Мороженое в ассортименте тоже много, несмотря на то, что сейчас зима, но тут мороженое можно выбрать любое. Даже есть торт из мороженого. Кстати говоря, он стоит совсем недорого, 149 рублей. Сливочное масло крестьянское 72,5%, 57 рублей. Масло «Коровка» из Кореновки 180 грамм 119 рублей. И масло сливочное «Модус» традиционное 82,5%, 180 грамм 59 рублей. Рыбка замороженная. Есть хек 239 рублей килограмм. И также зубатка, стейк, 136,70. Также минтай и навага. Вот такие цены. Пангасиус, 239 рублей килограмм. Килька в томате, 27,50. Иваси, азбука моря, 59 рублей. Сардина тихоокеанская. Иваси, доброфлот, 210 грамм, 79 рублей. Также шпроты в масле, 59,90. И вот такие, морская держава, шпроты в масле. Сколько тут грамм? 175 грамм, 79,90. Скумбрия натуральная с добавлением масла 250 грамм 48,80. Печень минтая по-приморски 240 грамм 51,90. Тушенка из говядины 325 грамм 45,90. Паштет печеночный индейка 100 грамм 22,50. Смотрите, вот есть такая рулька. Это у нас копченая. 129 рублей 540 грамм. Она вся закрыта. Не посмотришь ближе. Вот на нее цена.
обжаренная килька в томатном соусе. 39,90. 240 грамм. Давайте посмотрим, что у нас в рыбно-мясном отделе. Икра, скумбрия, 79 рублей, 180 грамм. Также вот такая икра с лососем, 139,90. 40 рублей, это икра трески. И икра ментая 40 рублей, тоже маленькие баночки. О, 130 грамм. Морковь по-корейски 500 грамм, 42 рубля. Ветчина империя вкуса 400 грамм, 119 рублей. Яйца куриные, в принципе, средненькие такие, размер 154,90. 30 штук упаковка. Майонез Ряба классический 1 килограмм, 89,90. Майонез Слобода Провансаль 80 миллилитров, 69,90. Молоко литровое в тетрапаках, литр здесь 34 рубля, 2,5%. Тортики 328 рублей, 299,90. Персиковый йогурт 249. Сыр брасовский сметанковый 55%, 359 рублей. Сыр Бондари бабушкин рецепт со вкусом топленого молока 429 рублей. Также 391 молотой 50%. И еще тильзитер 293,60. Вот, например, я хочу просто составом показать. Молоко пастеризованное, бактерии, закваска, соль, Е, краситель, срок годности. Вот этот кусочек 159,72. 45%. Колбаса, варенка. Смотрите, ливерная, домашняя. 122 рубля килограмм. Колбаса особая, тут три штучки в упаковочке, 324,90. Киевский, Каневской, сервелат, палочка, 146,90, 480 грамм, это получается за штуку. Сосиски молочные. 59,90. Мясо Дель, тоже сосиски, я таких еще не слышала, 49,90 цена. Сочинский мясокомбинат, сосиски с сыром, упаковочка 525 грамм, 159,90. Колбаса вареная городская, 129 рублей. Сырки кубанский молочник 29,90, 100 грамм, вот они. Также творожная масса божья коровка, вот такая и вот такая. Одна получается с изюмом, вторая с курагой, цена 29,90. Творог Белый медведь, это хорошая фирма, 39,90, 170 грамм, 5%. И вот такой с коровкой, 56,80. 5% йогурт и фрутис, стаканчики, 17,90, 115 грамм.
йогурт 5 злаков, агрокомплекс, 54,90, 450 грамм. Аютинские баранки сахарные, 33,90. Тостовый аютинский хлеб, 36,70, нарезка 570 грамм. Ну и также вот такой бородинский, 18,80. И богородский, 16,90. Хлебцы щедрые, тонкие, ржаные, 170 грамм, 49 рублей. Повидло персиковое и малиновое, 500-граммовая баночка, 65,90. Печенье много разного, небольшие упаковочки, килограммовые. Цены с фундуком, кунжутом, 126,90, 700 грамм. Друзья, я была в магазине «Победа», который находится по адресу город Таганрог, Гоголевский переулок, 11. Спасибо, что вы были со мной. Кому понравилось, поддерживайте меня, ставьте пальчики вверх. И всем пока-пока, до новых встреч!